кто хочет свой стол вот такой красота? Друзья, обычные курицы из магазина можно приготовить отличный блюд. Очень-очень простой продукт. Картошку, морковку каждый дома есть. Гречка каждый дома есть, друзья. Друзья, просто шикарно. Всем привет, дорогие зрители, канал Turkish People. Шеф-повар Юсуф на кухне, друзья. Скоро будет Новый год. Люди так возмущают меня. Юсуф, приготовь красиво что-то, блюд. Конечно, приготовим. Не переживайте, мои хорошие зрители. Я вас передумаю, конечно, в этом неделе больше рецепт снимаю. Кому-то какая. Вот, обычные люди одно и то же приготовят, но кому-то какая, разные. Блюд я буду приготовить, показывать у вас. Сначала поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Люблю вас. Поехали. Друзья, фаршированная курица буду приготовить. И нога курица тоже рядом. Овощи тоже будет рядом. Конечно, это будет замечательно. Замечательный вид будет. Очень-очень вкусно будет блюд. На Новый год стол специально приготовлю. Вот такой многом продукты. Немножко, конечно, так деньги трогают, но немного. Курица везде дешевле. Вот, буду приготовить, показывать вас, попробовать, вам советовать. Что вам нужно? Начало. Хорошая рука нужна. Хорошую руку, горячую руку, рабочую руку. Вот. Потом пол на один курица. Килограмм это не важно, не маленький. Средненькая такой курица, друзья. Средненькая, где-то... 1,5 килограмма, килограмм 200-300, вот так. Нога нужна, друзья. Это не обязательно, но вид красиво будет вот таком соусом. Я специально буду приготовить ногах. Пусть побольше выглядит. Еще радужком овощи тоже показываю. Быстро 3 штук картошка есть у меня. Тюркский красный перец, зеленый перец. 2 штук лук, 3 штук морковь, 1 штук лимон есть у меня. И несколько... Супчик, чеснок там. Радужка обычный, фаршированный, делим и срезаем, друзья. На это сейчас я разные буду и с гречком. Обычная гречка, друзья. На Турции купили. Из России приехала эта гречка. Да, российская гречка, Турция продают. Шампиньон нужно, где-то грамм 150. Не обязательно, но плюс вкус. Йогурт или сметана, 3 ложки, друзья, 3 столовые ложки. Сливочное масло, где-то кусок, такой-то кусок, где-то 40-50 грамм. Соль еще у меня много нужен будет. Вы внимательно посмотрите, не пропустите видео, это самое важное. Томатная паста, капельку, где-то 1,5 чайной ложки, вот так. Радужком перец, у меня, конечно, масло нужно. Черный перец, соль, я говорил, тимень, зира, красный молотый перец нужно. И где-то 2 стакана обычной холодной воды. Духовка нужна, друзья, хорошую сковородку нужно. Соль, я тоже здесь, давайте приготовим. Друзья, начинаем. Сначала внутри плаву готовим. Будет вопрос, почему изюм нету плава внутри? Друзья, изюм внутри семечки бывает. И еще кисти бывает. Это я не хочу. Тонкий-тонкий порежем лук. Сковородка. Масло. Где-то... 2 столовые ложки, 3 даже. У меня оливковое масло, друзья. Лук отправляю. Пусть пока жарится лук. Тюркский перец. Это не обязательно, друзья. Я знаю, у вас очень-очень дорого продают. Вместо его можно зелень добавить немножко. Петрушка.
сразу отправляю, не ждем, ровно 1 минуту. Лук пожарили. Сразу отправляем, быстро-быстро пожарим. Вот такое большое, 4 части. Шампиньон отправляю. Запах чистой ветчины. Вкусно уже пахнет. Овощи с грибочками. Чуть-чуть черный перец. 1 турецкий чайную ложку. Покажи турецкую чайную ложку. Вот. Вот такая маленькая. 1 ложку тимин, 1,5. Красномолотый перец, 1,5. Это сладкий, это паприка. Сладкий, да, паприка. Соль. Где-то 1/10 ложку. Чистенько, хорошее, помоли. Гречка. Где-то 1 минуту вместе пожарим с гречкой. Воды аккуратно даем, друзья. 1 стакан сразу. Потому что у нас холодная вода. Гречка сколько грамм, я не говорил, друзья. 1,5 стакан у меня. Вот стандартный стакан, 1,5 стакан. Стакан 200 миллилитров. Еще полустакан. Крышка закрываем. Самый минимальный огонь. Туда отправляю. Сейчас перейдет очередь. Друзья, картошку... Купим, будем порезать. Вот такой яблочный. Яблочный дольчик. Сюда немножко шкурка осталась. Не видел? Если в воде есть, все нормально. Еще оставляем 7-8 минут. Все, дальше. Измельчаем чеснок, друзья. На этот чесноком чеснок половинка идет картошка внутри, половинка идет курица внутри, потому что курина внутри постоянно держит кровь. Друзья, чеснок. Сверху соль, капельку черный перец, тимьон, вот капельку. Вот сейчас
перемешаю. Курица внутри хорошо помою, отлично хорошо помою, которая аккуратно, смотрите, курица вот одно часто свой жир есть, знаете, жир убираю, смотрите, кожа вот так сверху кожа, пальчиком туда, сюда, знаете, жир самом внутри, где-то серединка. Выставляем. Там, где грудка. Да. Сливочное масло. Где мы жир оставили, сливочное масло тоже туда начинаем массаж делать. Как? Который... Чеснок, который немножко туда, немножко. Все отлично. Чеснок еще берем. Вот где-то сколько. Вот курица внутри. Помазываем. Везде трогать должна, друзья. Где-то сюда горло. Горло, вот здесь больше кровь держит, видите? Вот сюда, пальчик должно быть сюда подсунут. Все отлично, супер классно. И потом такой немножко забираем. Везде должно быть попасть этот соус. Собак это убивает надо, курица сверху, потому что эта курица очень-очень быстро растет. У них там много чего лишнего. Которые Европа базары продают жареные курицы, друзья. На это запах жареной курицы 2 километра далеко так вкусно чувствуешь. Почему так, вы знаете? Вот это делают европейцы. Вот как я, со везде помазываю чеснок и тимин, который черный перец, соль, везде. Один ночь оставляют мариновать. На следующий день начинают жарить, друзья. Вот тогда начинают суперский вкус. Еще сверху соус будет его. Это потом. Внимательно смотрите рецепты. Не пропустите никуда. Кожа вот так тянет будем сейчас, остальное внутри выставляем. Отлично. Супер. Ну, это сейчас немножко отдыхать, положим в любое место. Гречка с овощами почти готова. Еще внутри кукуруз. Будет шикарно, ты не любишь кукуруз. Нет, нет. Вот это уже вкусно. Воронья кукуруз. Нет, это не по-русски. Сейчас капельку надо попробовать. Еще капельку вода. Вот сколько осталось. Соль отличная, перец отличная. Крышка закрываю. Еще минутку выставляем. Сейчас здесь что будем делать? Остатки, которые у нас есть. Который любимый соус, вкусный соус. А сейчас одно и то же делаем картошку, друзья.
Если картошку сейчас такой кусок даешь, сверху что-то приклеишь, приклей. Знаете, чесночный вкус чувствовать будете. Очень вкусно пахнет руку. Продолжаем. Соус готовим сейчас. Масло. Где-то миллилитр. 50-60 миллилитр масла. У меня йогурт есть. У вас есть сметан. Если нет, кефир можно. Томатная паста. Как распознать турецкий рецепт? Капелька. Черный перец. Одна чайная ложка молотный перец. Чуть-чуть меньше, чем одну ложку тимин. Чуть-чуть соль. Друзья, уже плов готово. Все, отлично. Отвезем в холодное место. Стынет 15 минут. А сейчас ноги организуем. Наш соус готов, друзья. Полностью не надо туда наливать. Еще не надо ничего делать. Сейчас подождем. Овощи тоже порежем. Остальные. Побольше куска. Морковь тоже отправляем, где картошку. Тоже побольше, большой куска. Пол лимон собираем, друзья. Вот где-то ноги сверху. Полностью пол лимон. Красный молотый перец, где-то одну ложку, чайную ложку, тимин, пол ложку, соль, одну ложку, чуть-чуть черный перец, который нашим соусом. Раз, два, три. 4 достаточно. Сейчас будем перемешать. Друзья, духовку переключаем. Где-то 180 градусов. Вверх-вниз. Вентиляция не надо. Пока не надо. Духовка внутри. Решетка обязательно нужна. Пусть согревается сам. Курица забираем. Вот эта часть, на правой части, где больше кожа, вот сюда, сюда, друзья. Один дырка делим сюда. Один дырка сюда. Вот еще раз покажу. Вот еще один дырка сюда. Большой дырка не надо делать. Маленький дырка. Вот теперь. Вот так переживем. Открываем. И внутри выставляем плов. В конце положим. Вот один раз вот так поднимаем. Вот так. А сейчас, который этой части дырка найдем, вот эта нога туда.
А второй дырка, которая... Вот здесь. Крышка закрыть. Который сверху кожа вот так тенем, друзья. Можно и здесь зубочистка вставить. Вот так место. Раз. Два. Вот так. Вот так. Полностью закрывали. Внутри помазали масло, это не забывайте, масло будет шикарный-шикарный вкус. Свой жир и масло, сливочное масло добавили. Еще сверху никаких соусов мы не добавили, друзья. Поминайте. Еще зубочистку возьмем. Вот где-то сюда. Вот так. Заблокируем. Еще один сюда. Нет. Потом эти открывать будем, друзья. Не сейчас. Поэтому постоянно говорю, внимательно до конца посмотрите видео. Заблокировали. Сейчас духовку открываем. Сначала это красота. Серединка решетка. Овощи пока под носу положим, друзья. Черри помидор. Вот везде вставляем вот так. Просто вкусно соус будет. Тут внизу идет картошку. Сейчас его надо регулировать. Еще вниз. Капить начал. Супер. Курица берем, друзья. Большое, которое повесим. Лучше сверху соус оставляем. У нас был такой рецепт, помнишь? Да. Вот сюда вставил. Чеснок туда, где овощи. Потом курица будем соус помазать. Друзья, вот сейчас будет 1 час ждать. Конечно, где-то курица сверху, когда начинает пожарить, если хорошо шкурком пожарят, сверху будем помазать соус, друзья, который у нас есть еще соус. Будем потихоньку помазать сверху, еще будет это красным цвет будет. Еще будем сверху помазать, если еще какая-то тон есть, такой красный цвет, такой ярче, который вкусно, вот такой. Вот это поймем, тогда закончится наши дела. Будем подождать. Друзья, которые сильно жарились, это маленькие курицы, маленькие части, которые нога. Это можно поворачивать вот так. Друзья, уже пора сверху соус помазать. Прошло ровно 35 минут. Опа. Видишь масло, соус, как пожарят. Да, и грудка будет сочная. О. Сейчас аккуратно будем помазать.
ножки тоже помазываем. Сейчас закрываем. И здесь вверх-вниз и вентиляция переключаем. Вверх-вниз и вентиляция, которая обычно сохнет. Если только вверх-вниз и с влажностями жарят. Вот сейчас мы влажностями пожарили. Внутри мягкий, вкусно осталось. А сейчас сверху будем вкусно шкурку. Очень вкусно будет шкурку. Ты так аппетитно рассказываешь. Кушать хочется, да? Аппетитно выглядит. Сейчас через 15 минут еще раз будем помазать. Будем поворачивать, помазываем. Друзья, будет... Оп, картошка начала шарить. Видишь, какая. Ну все, мне кажется, все готово. Подожди еще. Голодный, наверное, жена? Голодный, да? Да я за ножки переживаю, они такие худенькие. Мы давно пожарились. Видишь, какая осталась? Там хрусташки осталось сейчас сверху. Все шикарно. Это можно уже убирать. Это пока не трогаем, нам не мешает. Сейчас поворачиваем с этой стороны. И здесь тоже делаем красота. Оп, ножки тоже. Друзья, уже ноги пора забирать. Жена говорит корить. Готова, жена? Это как жарится. Друзья, еду реально готова. Масло. Как жена? Очень красиво, очень аппетитно. Доволен? Вот смотри, насколько гостей хватит. Друзья, новогодний стол. Вот такой вкусняшки, красота. Можно приготовить. И радужком сейчас овощи я буду выставить. Вот вокруг. Будет шикарно. Лучше я тарелки приготовлю один порцию. Вам показываю, как получается. Кто хочет свой стол вот такой красота? А чтоб так крутилось, покажи, на чем стоит. Во. Андрей 100% сразу придет сейчас. Очень аппетитно. Красиво. Смотри, курочка какая была небольшая, а сейчас стала такая огромная. Друзья, сейчас мы будем порезать его. Оп-оп. Аккуратно. У нас еще там начинка. Ай.
Видишь, мадам. Короче, можно ногой забирать? Я люблю ножки. И сколько ножки есть, мадам? Две. Одна мне, одна тебе. И сколько ножки есть вокруг, не видишь? Нет, а вот это самая вкусная ножка. Конечно, ты знаешь свой вкус. У нас вот там еще остался. Да, конечно. Поэтому вы не думайте, что не хватит всем. Это плов, который маленький, там еще внутри есть. Очень много плов, друзья, не переживайте, всех хватает. Время сейчас самое хорошее место, друзья. Попробовать. Сколько приготовили, надо попробовать. Видите этот звук? Хрустальщиками это. Я попробую, жена меня смотрит. Ну кто-то же должен снимать, чтобы показать, какой пар идет, как красиво, вкусно. Друзья, просто шикарно, аппетитно, очень вкусно. Друзья, обычная курица из магазина можно приготовить отличный блюд. Очень-очень простое, простое продукты, отличный блюд можно приготовить. Картошку, морковку каждый дома есть. Гречка каждый дома есть, друзья. Вот что есть у нас еще. Курица, гречка, овощи, которые картошку, морковку, соус. Больше ничего нет. Вот такой блюд для Новый годный стол. Без остановок люди будут есть, перекусить будет. Это горячий, это перекусить. Для вас еще один красиво хороший рецепт. Не стыдно будет стол поставить Новый год. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Люблю вас. Продолжаем кушать. Всем пока.